Спасибо. Здравствуйте, дорогие подписчики. Ну что ж, сегодня мы с вами посмотрим и рассмотрим новое обновление в скваде, которое выдало под номером 4.27, да? В которой они перед его выходом обещали сделать там максимальную оптимизацию, чтобы могли потянуть абсолютно все системы, да, и все компьютеры. Ну так это, как всегда, получилось, конечно же, вранье. И мы теперь видим, что какой же они выдали срань. Хотя кажется, что все довольно-таки отлично, да, приемлемо и довольно-таки богато выглядит. Графика, картинка стала более такой гладкой, красивой, приятной на вид. Но ничего нового они так особо-то и не добавили в движке, ничего абсолютно. Ну, только что HD текстуры и решейд. Все. Такая графика должна была появиться в складе еще в 2018-2019 году. 3 или 4 года назад, понимаете. Тоже сейчас нам пытаются делать всякие обновы, обновления, обещаниями улучшений. Это, конечно, все полное вранье. Дебиливание. Склада. Потому что я еще раз повторяю, что такая графика с этими всякими текстурами, гладкая прорисовка, четкая и гладкая прорисовка, она должна была быть еще несколько лет назад. А на данный момент в складе, сам склад должен был бы обязан просто быть запакован и всякими вертолетами, самолетами и множеством фракций. Но нет, ничего подобного мы не видим, так как разработчики of World Industries просто тянут резину, не тянут ее, тянут, но уже много лет. Пытаюсь максимально заработать на складе. Ну, когда вот они приняли решение вот так вот поступить, да, и создать там всякие эмодзи, ой, точнее жесты кастомизации, да, и тем более еще придумать ее монетизацию, неизвестно, но скорее всего они поняли, какие дебилы приходят в склад, и тем более еще и жадные люди, да, которым лишь бы все, значит, досталось на халяву. И, соответственно, они захотели провернуть это дельце на вот этих всяких жестах. Ну, честно признаюсь, я бы не стал это покупать. Но, смотря на то, какие у нас кадры приходят в склад, да, вообще. И с какущими участниками вообще не получается никакого боя, я бы купил только один жест, это вертеть пальцем у виска и бегать всем показывать это на карте группам, потому что как они тупят, это просто невозможно, да, невозможно смотреть на это, и тем более создавать какой-то совместный бой из-за их расслабленности и разобщенности. Всякие вот матрисники, которые сейчас развели в складе, в том числе и сами разработчики, они рулят в бою. И мы будем использовать эти макросы, пока это не надоест. Многим. И не ведут официальный запрет на использование макросов, а тем более не напишут какую-нибудь программу, чтобы нивелировать их использование. Так как проблема стала настолько глобальной, что, ну, сейчас, честно признаюсь, ну, невозможно уже
в таком положении, да, с такой боеспособностью заходящих на сервера противостоять одному, двум или трем людям и как-то попытаться не то что победить, да хотя бы просто выровнять карту, да, сам бой, само сражение. Такое дело. Не все карты оптимизировали абсолютно, да, вот наша любимая Сумари, которая была, есть, всегда и будет оптимизированной на любом там обновлении. Вот на ней мы и будем все это показывать, да, все снимать там бои, а иначе это просто невозможно заходить какие-то на другие карты. Особенно большие, да, еще может какие-то маленькие, логар или какан и так далее, тому подобное. Но больших просто невозможно. С новым апдейтом, который выложили на прошлой неделе, вся графика на больших картах теперь стала в мыле. И нам предлагают, вот, ребята, посмотрите, вот такая вот оптимизация. Конечно, вызывает только смех и улыбку, что никакой оптимизации там абсолютно и это не пахло ничем. А у нас, понимаете, ребят, у нас до этого времени, до февраля 2023 года, много людей воевало на очень таких слабых видеокартах, вообще слабых системных блоках. Там встречались люди 750, 90, 960, 980 GeForce. Тут на днях недавно мне встретился один испанец, который теперь проживает в Лондоне. И он как бы мне рассказывал, что вот смотри, Росич, говорит, я живу в Лондоне. Сам он из Испании, из Мадрида, но живет в Лондоне. Я не могу позволить себе хороший компьютер для сквада, поэтому я не бегаю и не стреляю, а просто лечу. Лечу бойцов. Я просто бегаю и лечу бойцов. Что у меня FPS, он тупо не позволяет. Тупо не позволяет как-то там отстреливаться, да. И таких немало. Поверьте. Дорогие товарищи, дорогие друзья, мало. Там попадали всякие даже качали, но они действуют таким же способом. Ну, не из-за слабых компьютерных систем, а они такие сами специальные. Они не стреляют, не делают, а просто бегают. И лечат. Бегают и лечат людей, не убивая их. Именно в игре, да, в самом скваде. Работают медиками очень, конечно, это у них получается на хорошо и на отлично. Enemy behind, enemy behind. Вот такое обновление, понимаете, дорогие телезрители, что, да, те зрители Ютуба. Вот с каждым годом, какой бы ни произошел крупный апдейт, да, разработчики сквада, в отличие от многих других игр, которые я видел, я даже могу признаться, что я даже не видел, наверное, подобные игры, которые с каждым апдейтом нас заставляют и просто предлагают, ребята, обновляйте свои компы, обновляйте свои ПК. Извините меня, пожалуйста. Сейчас цены у нас настолько не демократические, а я бы сказал даже рабские, что, знаете, денег-то много не напасешься. Вот такой девайсы, комплектующие на системные блоки и ПК. В целом.
Поэтому это мое обращение касается в том числе и к разработчикам. Пожалуйста, прекращайте и не только к разработчикам, но и к производителям. ПК, пожалуйста, прекращайте это делать, потому что вот лично я не собираюсь гоняться каждый год за вот этими, знаешь, обновами. На данный момент вы настолько расстроили нас, что нам теперь и хватит такого склада, такой графикой, просто там можно добавлять там какие-то фракции, да, еще какое-то оружие. Никакие жесты я бы ни в жизни стал бы вас там покупать, кроме шкурок спецназа, да, о которых я мечтал. Да и любой, скорее всего, вкладывал бы деньги, только какие-нибудь шкурки, скины. Но не явно такие жесты, да, ну вот сейчас я показываю бесплатный вариант шкурок, нажимаем на X. Не все еще работают. Всегда было, если будет, что я не гонюсь за вот этими вот 3080 еще более современные видеокарты. Если раньше мы могли покупать еще в золотые времена, в начале 2000-х, компьютер за одну зарплату, сейчас мы предлагают копить долго и упорно, но извините, мы не собираемся вот здесь обеспечивать вам всякие джипы, блять, и эти самые яхты за такие деньги, огромнейшие деньги. Может, я в чем-то, конечно, не прав, у кого-то другие бизнес-идеи, да, бизнес-мысли. Ну так или иначе. Пожалуйста, прекращайте. Мне не надо вот эти ваши, знаете, 4080, 4090, GeForce, все со временем, да, видюхи подстоят более 1000. Нам хватит и этого. Теперь, наверное, 10-20 лет. Более такие цены. И, по крайней мере, мы будем поступать так же, как поступали раньше. Выжидать 5-7 лет, пока они не сбросятся и не станут приемлемыми для простого народа. Да? Я сам как представитель простого народа, я могу сказать, что такие цены можно... скидывать только ожиданием или бойкотом. И вот эти разработчики постоянно нам что-то подгоняют сюда, подгоняют, похоже на какой-то сговор. И понимаете, сам склад уже, в отличие от тех лет, он уже не любит людей. И разработчики склада любят теперь только деньги. Ну хотя, опять же, их можно понять. Они 10 лет разрабатывали, обновляли Project Reality абсолютно бесплатно. И пора бы это, конечно, возместить им, вот эти все расходы. Но люди полюбили деньги. Когда пошли большие деньги, они полюбили. Теперь, как мы можем заметить, они только портят нам жизнь. Нам всегда нравилась сама концепция склада. Но всякие вот эти вот фишки, да, фишечки с апдейтами, они уже стали серьезно портить игру. Очень портит симулятор. Его и так уже сильно испортили всякие пришедшие сюда аккаунты страйкерские. Но на данный момент все стало настолько плохо,
для многих. Для многих. Что, скорее всего, придется покинуть склад. По этим всяким причинам, да? Что, как мы можем уже отметить, по моим словам, это миф, что и люди на Западе, они богатые там, вообще могут себе позволить отходить на все, да? Здесь в складе я встречаю таких же простых людей, как и мы, которые в Англии, в Испании, в Британии, во Франции и в Америке не могут позволить себе сильный комплектующий системы. Даже когда у меня уже появилось 10.50, здесь встречались иностранцы с GeForce 9980, представляете, да, GT. И вот после того, как я появился в складе в 2018 году, да, он еще находился в таком зачаточном состоянии, не было техники. И вот после появления Росича в складе, здесь уже стали, ну, конкретно, реально, вот вам не совру, висись большие работы. Большие работы над разработкой склада, да? Также сейчас можно заметить, у меня идут какие-то непонятные лаги, связанные то ли с интернетом, то ли с самой игрой. Побочным эффектом обнова этого движка 4.27 стали постоянные вылеты со склада, краши этого адреса. Ребята, как вы можете что-то там обновлять, если вы даже еще до сих пор не побороли краш Unreal Engine? Это видно сразу, что работа идет чисто на обман, на детализацию, на поиск лохов. Покажу сырость. Сырость так и не побороли. Ухудшили, но мы оставались верными складу до сего момента, да, до сего времени, пока мы не поняли, что все, пора это завязывать, пора прекращать. Почему еще 7 лет назад была такая графика? Почему графика мне не предлагающая абсолютно ничего, даже каких-то разрушений? Они нам заставляют покупать уже не то, что 1660 супер, блядь, а уже 2070 требуется, да, минимальный требуется сюда, и 3080 GeForce. Зачем они нужны нам? Пожалуйста, как бы мечтайте, ну и понимайте, что здесь еще остались эти ветераны Project Reality, которые не один год слежут всю систему. И нас так-то просто не навернешь на бабки. Ну ладно. Из новенького, да, из обновления, что